Игра динамичная, борьба напряженная. На площадке центра «Акватика» встретились волейболистки из Кондопогипетрозаводска. Любительские команды единомышленников, которые играют в первую очередь для удовольствия, собрала в одном турнире некоммерческая организация «Лига 4+2». В этом году она выиграла грант главы на проведение соревнований «Северный песок». Теперь организует игры волейбольной лиги. Мы на кураже, мы делаем любимое дело, и очень отрадно видеть, когда команды от первой игры к концу сезона поднимают свой игровой уровень. Команда «Кондопоги» сильная. В составе и профессиональные спортсменки, и новички. Бились упорно, в последнем сете шли ноздря в ноздрю, но петрозаводская северянка все же оказалась сильнее. Учитывая, что игра первая в сезоне для нас, немножко для раскачки, встретиться с командой, собраться, немножко сыграться. Все было здорово. Игра напряженная. Девочки, противницы, сильная команда. Ну, нам понравилось, мы старались. Ну, как обычно, мяч круглый. Удача на чьей-то стороне. Нам чуть-чуть не хватило, возможно, где-то сыгранности, где-то напористости. Проводить в течение всего года соревнования любительских команд волейбольной лиги решили в Республиканском центре спортивной подготовки. Предоставили площадку в центре «Акватика». Еженедельно там проводят по 3 игры. Одну среди женских команд и 2 среди мужских. Возраст участников от 14 лет. Самый старший на пороге своего 65-летия. Но, по словам организаторов, сколько тебе лет, здесь не главное. Это турнир для тех, кто влюблен в волейбол. Светлана Воробьева, Алексей Миронов, Сампо ТВ 360.